разговаривать с поверхностью. То есть есть специальная станция, блок управления. Видите, и по кабелю на поверхность к оператору проходит возможность разговаривать. Значит, там есть еще такой клапан. Видите, клапан? Вот этот. Угу. То есть он позволяет водолазу что сделать? Воздух, который туда подается, лишний воздух, он всегда головой стравливает этот воздух. То есть он нажимает клапан головой, и лишний воздух из этой рубашки и из этого костюма полностью выходит. Он может полностью стравить этот воздух, может регулировать стравливание этого воздуха.